Викинг. Сокровища, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Мы получили неимоверную премию. Охотники за сокровищами. Наш канал Викинг — это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викинг — это золото, золото, золото! Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает. Кстати, я это место предложил как вариант для раскопок, потому что я чувствовал, что здесь будет золото. Неаккуратно, он огромный. А это, слышь, это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь? А? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну он вот, видишь, куда идет. Вот заканчивается. Слышь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то. Ну, чугунок. Чугунок, да? Наконец-то, сегодня я стану богатым. Я сказал, мне всего 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, буду, конечно, не торговаться, маловато, конечно. Ну, я думаю, чтобы по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально, так это не знаю, что это чугунки такие бывают? Не знаю, это старинный вообще. Я такой первый раз, честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думал, он маленький. Я начал понимать, что это уже этот, что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Не, ну... То, что мы сорвем куш, это однозначно, я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играется, играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп. Потому что он сказал, что эта миска слишком большая. Наполните. Как устанешь, скажешь, я подменю тебе. Не, ну чугуночек, конечно, отличненький вообще. А? Не, ну это именно находка. И притом он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это утварь церковная, а там вот выше может и то, что мы. Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я устал, а теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду... В яме в куче. Это не мой перстень звенит, как вы думаете. Если будет пробка, это будет вообще полный провал. Полный цифровой провал. То ли не докопали, я не пойму. Да нет, вроде докопано, вроде здесь. Стараться найти. Я уже руками сейчас буду разгребать. Сейчас уже. Это капец просто. Сейчас уже близко. Да вот. Да, здесь. Семь просеваем. Сейчас проверим. Да, здесь. Вот так классно носите, просто... Ни хрена себе! Ни хрена себе! Охренеть, вот это я понимаю! Да, вот это да! Ни хрена себе, глянь, камень! Ого, погоди! Капец, просто супер! Фу, ребятушки! Охренеть! Ребятушки, это, конечно, класс! Это вам не шубу в трусы заправлять! Фух!
все-таки не зря взмокли, не зря так работали, пахали, конечно, класс, просто супер, а, Лень? Вот, да? Вот так это надо показывать. Погоди-ка, теперь приближаю. Сейчас, делаю фокус. Секунду. А можно отдельно его показать, снять? Класс, Лень. Вот это моща, если честно. Это золото, ребята, сразу вам скажу, у нас лаз уже набитый. Лянь, как блестит. Посмотри. Реальная круть. Лянь, как блестит просто. Я даже не знаю, ну, день просто удался, уже сегодня удался, потому что эта вещь, это просто, ну, я бы сейчас ее расцеловал, но не могу. Она еще в песке, сейчас помоем, посмотрим. Я тебе скажу так, камень, это просто, глянь, посмотри, это или рубин какой-то, посмотри, его прям... Видно насквозь, он такой отсвечивается. Ну, я скажу точно, сразу сходу вещь очень дорогая. Я тебе скажу даже больше того, тут только золото одного больше 10 грамм. Так, навскидку, потому что он тяжеленный. Смотри, сейчас я подсвечу, так видно? Да. Тут, видишь, да? Да, приближение. Да, видно. Вот сейчас так свечу. Есть, да? Угу. И вот с другой стороны тоже смотри. Вот. Очень старинная. Видишь надписи тоже? Да, вижу. Вот здесь смотри надпись. Николай, вот, святой С, святой. Угу. Николай, здесь чудотворец. Да, вижу. Вот видно? Видишь, да? А вот посмотри, что еще интересно. Сейчас еще поизучаем. Очень интересно. Вот посмотри, да, отсек стал, сохранился полностью. Видишь? Вот. Пулемет, ну дай туда просто, вот как стреляли отсюда туда вот, вот так на менюшку отойди, там будет видно, вот видишь немножко ниже, вот да, видишь вот свет, да. Свет, тут такая бронеплита крутая именно стоит, она здесь закрывалась, открывалась. Да, отлично, ну с Богом пойдем потихонечку уже. Ну покажи пулеметные отсеки и пойдем, да. Да, вот пулеметные отсеки, гнезда я уже снимал. А, тоже снимал, да? Да, отлично. Потом тоже снимал, да? Да, пойдем. Как отличник выбираем такой крутой артефакт нам. Очень крутой, реально. И идем дальше заниматься исследованием. Разбойники, современные воры, если не вернутся, чтобы помогли дать отпор. Поэтому сейчас будем дальше потихонечку расчищать, ребята. Это будет реально сенсация. Не переключаемся, ждем дальше. Итак, ребята, мы решили прозвонить это 300-летнее дерево. Пошел сигнал. Да, ребята, есть сигнал. Сейчас убираем прибор в сторону. Топора у нас нет, к сожалению. Так, достаем, как всегда, вы же знаете. Ты подходи поближе сейчас. Да. Сюда ко мне. Сейчас будем показывать все в прямом эфире. Я сейчас аккуратненько так положу лопату. Угу. Не знаю, что здесь будет. Что, он, понятия, что они здесь спрятали? Наверное, оружие, скорее всего, ребятушки. Я не знаю, это вообще на самом деле как-то глупо около дерева, да, около дерева, около дороги. Ну, это же в лесу, ты же не забывай, это же лес. Ну да, ну я понимаю. Ну, просто сейчас. Сейчас, ребята, это будет реально интересно. Оно или непонятно. Сумка новая, замок рабочий, все нормально. Взяли, запихали, землей присыпали. Да, что-то тут есть. Что-то, ребята, он здесь спрятал. Смотрим. Могли какой-то ствол, да, просто сюда? Да, или оружие, или непонятно что здесь лежит. Я вам скажу так, такие артефакты, оно вообще... Как там, что там вообще, я не знаю. Да сейчас ничего не видно. Сейчас. Угу. Ничего не видно. Сейчас расчищаем, ребята, потому что сигнал идет. Жалко повредить артефакты. Очень интересное место. Посмотрите, это дупло реально. Угу. Сейчас вычищаем. Сейчас. Потихонечку эту грязь все убираем. Да, тут реально круто, конечно. Фу, сейчас убираем отсюда. Смотрим, чтобы ничего не пропустить. Корни прям. Мрачное местечко. Тут. Сейчас, не пойму, сейчас включу прибор. Не пойму, я где. Покажу сейчас. Сейчас я включу прибор, посмотрю, не могу найти. Ну был сигнал, да? Он есть, смотри. Что показывает?
Ну, я сейчас не показывают, показывают. Хороший сигнал идет. Видишь, где идет? За топором надо съездить. Да сейчас, подожди, у меня, если честно, и топор есть. Посмотреть, может, топор у меня есть с собой. Так давай. Сейчас будем сейчас вырубать, ребята. Сейчас посмотрим. Я не помню, я его выкладывал или нет. Сейчас посмотрю. Поисковый магнит точно есть. Там магнит-то есть, но я насчет. Да, топора... топор есть. Серьезно? Да. Топор есть, ребята. Так, сейчас возьмем топор. Подрубаем там, да? Ну там, конечно, идет сигнал, получается. Я подчистил, ничего не могу достать. Получается, нужно сейчас поработать немножечко. Расширить дупло это. Непонятно, это ли он прятал, может быть, это вообще не, понимаешь, может, это к сумке вообще не имеет никакого отношения. Сейчас, ребята, проверяем. Реальная сенсация, капец просто, знаете. Аж даже не верится, что такое вообще возможно. Тут, глянь, посмотрим, полностью мохом зарос. Покажи здесь, глянь. Просто как ковром укрыт. Видно? Сейчас как бы туда нам добраться. Будем сейчас вырубывать. Смотри, вот это видишь? Есть, идет потихонечку. Есть. Сверху интересно не прорубить. Не, сверху он хорошо. Ну, 300, да? Да, да, может даже и больше. Больше. Сейчас. Да, ребята, вот такие реальные сложные будни копарские просто. Чтобы найти какой-то артефакт, нужно... Нужно работать, работать. Это мешает мне. И работать. Сейчас тут подрубим. Да, ребятушки, надо поработать, сами понимаете. Посмотрим, ребятушки. Ну, всегда надеемся, что что-то будет, но не факт. Нет, там что-то лежит. Что-то лежит, не... Ребята, не переключайтесь. То, что там что-то интересное. Да. Артефакты там есть. Просто добраться до них мы пока не можем сейчас. Похоже, что он там в глубине лежит. Так он может, вообще там, блин, ну ничего, прорубим, значит, тогда. Топор же есть, ты видишь, глянь, как хорошо работает. Ты видишь, как все? Работаем, ребятушки, потихонечку. Помаленечку. Да с Бог, потихонечку доберемся сейчас. Давай разрубаемся, пока ставлю на паузу. Не надо, зачем на паузу? Пусть люди смотрят, как мы работаем. А то, знаешь, многие думают, что у нас жизнь просто мед, что мы вышли. Просто бриллиантов полные карманы нагребли и поперли домой. Нет, ребятушки, надо работать, смотрите как. Надо просто в эту просто, я не знаю, как ее назвать, лачугу, я не знаю, даже нору забраться. Сейчас тут немножечко нам мешает. Но ничего, сейчас мы это все убираем. Хорошо идем, если честно. Знаешь, я сейчас тут вот так подрубываю все и вычищаю. Фух. Подрубилось нормальненько. Поудобнее стало, а то вообще было неудобно. Сейчас, смотрите, вычищаем все отсюда. Фух. Ничего, ребятушки, не переключаемся. Команда охотников за сокровищами всегда идет вперед. Такие трудности нас никогда не останавливали. Чтобы найти что-то интересное, приходится очень много работать. Что же здесь лежит? Просто очень интересно. Ничего пока мисс не вижу, ты знаешь. Сейчас, а что прозванивать? Ничего пока мисс нет. Глубже лежит. Оно сразу вылезло. Давай. Идет. Вот они, ребятушки, будни копателей. Тяжелый упорный труд. Фух, реально, да. Ну а что ты сделаешь? Смотрите на Петровича, он уже весь в труду. Ну а что ты сделаешь? Оператору, как бы, Юричу приходится нелегко. Как вы думаете, вот так вот? Значит, напряжение. Какое-то. Ничего не вижу. Ничего нет. Ничего нет. Ребята, есть! Где? Что? Есть, вот! Где? Есть, сейчас, подожди. Я не вижу. Есть, я вижу, сейчас. Есть. Ты серьезно? Сейчас. Да, сейчас. Вот, золото пошло. Сейчас, подожди. Там первая монета пошла. Какая монета? Золотая монета вышла первая. Сейчас. Что мне показалось? Показалось. Да нет, еще. Да ну какая монета? Ничего. Да я видел монету только что. Не прикалываюсь. Я только. Вот она. Где? Вот она. Первая монета вышла. Где монета?
Вот сейчас подожди. Да! Да, здесь золото, ребята. А, пошли еще. Давай, выгребай. Так, подождите. Вот это, ребятушки, да, вот это я понимаю. Вот это победа. Сейчас. Не зря мы только подумали, кстати, нужно потише кричать. Золотишечка. Золото пошло. Фух. Да, ребята, золото пошло. Еще вот есть монета. Вот так вот, ребята. Сейчас будем еще смотреть. Ну что? Говорят, что это фольга. Звон слышите, ребятушки? Слышно звон? Так, я сейчас ставлю на паузу, подхожу, рассматриваю, потом включаемся. Так, ребята, 4 монеты. 1, 2, 3, 4. Сейчас буду еще дальше работать. Отдышка, не переключаемся. Слышно, что это не фольга? Какая фольга? Это золото. Мы отдаем, конечно же, государству. Я же сказал 4. 1, 2, 3, 4. 5 монет. Ребята, 5 монет уже есть. Сейчас будем дальше. Да. Я думаю, там еще есть. Сейчас посмотрю еще. Подходи. Я думаю, что еще должны быть монеты. В этой трухе. Да, еще одна. 6-я. Фу. 7-я. Вот. Ну что, ребята? Еще 2 взял. Вот здесь он их спрятал. Я не знаю, кто их здесь спрятал, но они, конечно, в дупле. Ребята, вообще, смотрите, тема такая. Кто сейчас не смотрел, шли по дороге по старинной. Нашли старое дупло. Случайно прозвонили, пошел сигнал, увидели эту сумку новую. Застегнутую. Была забита просто землей, каким-то мусором. Включили прибор, позвонили. 7 золотых монет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 7. И еще что есть? Еще есть. Тут еще есть монеты. Ребята, еще есть монеты. Я чувствую, я развалю это просто дупло. Еще есть монеты золотые. Дай топор. Ребята, еще... дай топор. Сейчас, подожди. Сейчас. Еще, ребята, есть золотые монеты. Пока мне их не видно. Но прибор же не обманывает, правильно? Прибор показывает, что еще есть. Может быть, там они в глубине, да, понял? Ребята, хочу прокомментировать. Для обывателей, конечно, может золото найти, это и невозможно. Но для профессиональных копателей, таких как мы, это будничное дело. Вот себе представьте, если вы каждый день занимаетесь копом, копаете, 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 вы по-любому будете находить. Да, ребята, просто нужно очень много работать. Смотрите. Да, хоры быть. Хоры быть. Посылайте своего начальника, который вас дрочит просто. Не надо быть клерком, нужно работать. Хватит уже быть серой мышью в офисе. А, вот еще одна. Еще есть? Вот она сюда выпала. Она, видно, с руки выпала, когда я шел. Опачки. Ребята, ну смотрите, вот так и находите, грубо говоря. Тут тоже есть еще. 7 монет и, в принципе, в ближайшие 10 лет можно переживать о своем будущем. Послушай. Еще есть. И тут есть. Круто. Да, ребята, еще есть монеты. Ребята, монет реально много. Здесь будет много монет. Они, видно, туда в глубину уходят, понял? Взяли мусором, кто-то взял. Я не знаю, это старинное. Да, это старинное золото, старинное, конечно, золото. Да. Реально супер старинное золото. Причем тут новые. Это новая не связано сумка. Вообще. А? Новая сумка никак не связана. Никак, думаешь? Думаю, да. Вообще никак не связано. А зачем было прятать в лесу сумку? Не знаю. Китайскую. Да, именно реально китайская сумка. Челочная сумка. Сейчас смотрим, где наши еще тут монеты. Хорошие сигналы идут. Мне кажется, пора ехать отмечать уже. Опачки. Тут что-то есть. Да, видно, выпало. Сейчас. Что-то есть там. Сейчас посмотрим. Вот здесь, а под этим. Все, да? Я сейчас проверю, не пойму. Сейчас тут где-то что-то есть еще.
корнях. Заросло корнями, да? Ну, наверное, да, что-то еще там было в корнях. Ну вот здесь, да? Странно. Это сейчас найдем. Тут что-то лежит. Вот это фонит? Нет. Тут что-то есть, ребята. Ребята, не поймем, что фонит вообще. Сейчас найдем. Вот тут оно лежит. Вот здесь. Да, здесь. Взял, да? Ага. Опа, есть, еще, вот выпало. Золотишко. Еще одна, смотри. Очередная пошла. Восемь. Еще, наверное, там, знаешь, есть в этом дупле. Фу, ребята. Но мы пока, конечно, все... Фу, ребята, такие стрессы, честно. Вот тут тоже. Еще девятая. Сейчас, подожди. Что-то есть, ребятушки. Тут все. Тут все, все, да? Уже, да. Ну что? Ну что, ребята, дайте немножко передохнуть. Тяжеловато. Если что-то будет еще интересное, вам покажем. Сейчас пойдем в ресторан. Выпьем пару бутылочек холодненького шампанского. Продолжим поиски. Мы никогда, как знаете, как остальные, которые находят золото, не бросаем поиски. Отдохнем сейчас. Перекусим, выпьем холодненького шампанского. Будем дальше искать неимоверные сокровища. Это реально круто, конечно. Сейчас скажу, сколько монет. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь монет. Ну, восемь, да, вижу. Да, ребята, восемь монет. Я специально вот так возьму и постучу возле микрофона. Вот так, ребятушки, звенит золото, чтобы не растерять остальные. Золото, золото, золото. Уже горло просто, ребятушки, село. Сами понимаете, археологические будни – это сложности. Это проклятый лес, в котором пришлось несколько дней жить в холоде, заболел, слег, кашлял, но все равно копаем, ищем эти неимоверные артефакты, потому что наша команда. Всегда смотрите по сторонам, когда этим занимаетесь, чтобы сзади никто не напал, не вырвал эти сокровища. Ребятушки, как всегда, ставим лайки. Неимоверные сокровища, приключения, поиски артефактов, бриллиантов, сокровищ и монет. Неудачники, ставим дизлайки, мы на вас не паримся. Церковь Святого Покаяния вас прощает, поэтому не парьтесь, ставьте дизлайки тоже. Все самые лучшие люди, пишите нам комментарии. Мы вас обожаем, наши зрители. Мы работаем для вас, реально создаем супер крутой контент, чтобы вы развивались вместе с нами. Желаем вам в этот праздник крутой Пасхи всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, любви, благополучия, процветания вам и вашей семье. Запомните, с каналом Викринг вы будете развиваться, вы будете становиться успешным человеком, как и мы. Давайте попрыгаем дальше. Колокольчик и смотрим рекламу. Это Викринг. Золото! Yes, йо! Ребятушки, это зимний коп, декабрь, 31 число. Ну что, все сидят дома, делают оливье, команда викрингов, реальных охотников за сокровищами, продолжает свои поиски. Не переключайтесь, сегодня будет все. И поздравления с Новым годом, с годом петуха. И неимоверные артефакты. Все это вы увидите сегодня, 31 числа. 1 числа, может быть 2, может быть кто-то увидит это потом. Это будет сенсация, провокация. Это будет неимоверное золото. Ну что, ребятушки, мороз. Холод собачий, а мы работаем для вас. Погнали, поперли вперед. Ну что, ребятушки, прибор хоть и барахлит, холодоватенько, но мы все равно ищем сокровища. Знаем, что будет очень интересно. Знаем, что мы найдем то, что должны найти. А это, как всегда, золото, сокровища, бриллианты. Поэтому давайте, самое главное, вы же знаете, смотрим наше неимоверное крутое видео. Ставим лайки, кому нравится. Кто не нравится, пусть он ставит дизлайки. Но за золото, конечно же, мы берем только лайки. Поэтому давайте ищем неимоверные сокровища. Не забывайте, следующий год, год петуха. Опачки, есть сигнал. А ну-ка, только сказал про петуха, я сразу так, пошел профессор, сигнал. Так, профессор, клюнуло. А ну-ка, сейчас посмотрим. Ты знаешь, сигнальчик слабенький.
Так. Не будем его копать. Идем дальше. Еще, ребятушки, сейчас найдем хороший сигнал. Верим в это, ребята, давайте. Давайте, просыпайтесь. 31 число. Новый год будет через несколько часов. Уже темнеет, а мы для вас копаем, рыщем. Что такое? Есть. Да? Был такой классный сигнал. А потом раз он и пропал, ребята. Мы уже так обрадовались, думаю, вот оно. Странно, конечно. Ты тоже слышал, да? Да, отличный такой сигнальчик, уверенный. Уверен, что... Опа, опять. Вы знаете, был чуткий сигнал, но это не он. Не знаю почему. Может быть из-за мороза, знаете, сильного. Так что-то дает, а потом раз и пропадает. Ну ничего, мы, ребятушки, настойчивые, поэтому будем сейчас дальше искать. Кстати, вот смотри, на ночь нам и дрова можно будет использовать. Хорошая такая вязаночка дров. Ну да, можно будет нам немножечко вечерком передохнуть. Новый год встретить. Ну да, это точно, ребятушки, давайте. Новый год с каналом Викинов — это неимоверно круто на самом деле. Тут ничего не скажешь. Что-то пока ничего. Ничего, сейчас что-то будет. Всегда то что-то есть, но нужно то, что нам нужно. Да, нам нужно реально, вы знаете, золото, сокровища, бриллианты, клады, монеты драгоценные. Мы что еще любим? Мы еще любим сокровища разных пиратов, разбойников. Тоже очень интересно. Чтобы были какие-то головоломочки, которые необходимо разгадывать. Вот это мы реально обожаем. Ну сегодня, кстати, более-менее нормальная погодка. Да, но если бы не мороз и не Новый год, то вообще было бы круто. А, ну-ка, ребятушки. Фу. Наконец-то. Наконец-то. Мы сейчас вас порадуем. Порадуем находками неимоверного золота. Так, ну. Не томи, быстрее, давай золотишко. Да, ребята, реально будет золото. Чувствую, сейчас я его достану. Ну. Нет, еще не выкопали. Ну, ребятушки, давайте вместе. Хороший сигнальчик идет. Кто-то мох, кстати, под деревом. Это к слову, про тех, кто говорит, что мы работаем летом, разбрасываем такой, знаете, как пенопласт, что это якобы не снег. Вот видите, замерзший. Это так, для самых неверующих. Так, ребята, кто-то мог реально под этим деревом зарыть клад. Да, ребятушки, золотишко пошло, чувствуется уже. Весь декабрь без золота. А сейчас будет золотишко. Вот это будет наконец-то радость. Значит так, сейчас находим клад, уезжаем и отмечаем Новый год. А да, а то мы, знаете, мы поставили задачу в лесу остаться, если не будет сегодня золота. И утром опять копают, поэтому уже... Не, реально, слышишь? Я буду сейчас расширяться. Так. Поэтому очень хотелось бы, знаете, сейчас выкопать золото и уже ехать отдыхать. Если серьезно вообще говорить. Ну, местечко такое приметное, кстати, между прочим. Да? Ну, сейчас посмотрим. Что вы скажете? Что-то будет интересное, предчувствие. Так, прям. Работаем. Так, есть. Так, ну что у нас здесь, а? Ну что, ребятушки, смотрим, золотишко наше. Да. Сейчас проверим, может, что-то еще есть. Гильза. Так, ребятушки, ну давайте, это с автомата ППШ получается. Такая гильза. Ну, что я могу сказать? Еще время есть до Нового года, нам золото найти, уехать в ресторан. Тяжеловато. Быстрее! Если... Копаем на скорость! Это скоростной коп! Да, у нас сегодня будет реальный скоростной коп, потому что замерзаюсь, честно, уже руки околели, поэтому... Но если не будет хотя бы 100 тысяч лайков, я даже не знаю. Профессор, расскажите, пожалуйста, про наш план. Значит так, быстро врываемся в лес. Находим суперклад, берем супербабки, жертвуем все их на благотворительность, часть оставляем себе на шампанское и отмечаем Новый год. Как вам так? Все отлично, только мне не понравилось, что мы с тобой себе ничего не оставляем. А мы никогда себе ничего не оставляем, нам донат нужен для этого, тогда люди нам будут жертвовать. А ну-ка давай, вот тут что-то еще есть. Угу. Так, ребята, ну что? Так, ребята, знаете, хорошо... Хорошо, да, кстати, да, ребятушки, донат — это то, что должно нас спасти. Скоро, скоро профессор Виклинг и его команда в суперкрутом мегастриме, который затмит любой стрим, который вы видели до этого.
Кума, не прикалывайся, мне с твоими мегастримами звук ничего не слышно. В нашем стриме не будет ни качественного звука, ни видео, но зато... Не, качественный будет потом, когда будет пожертвовано когда хотя бы там 10-20 тысяч евро. Когда мы купим себе хорошие китайские микрофоны. Да, но жертвуйте на хорошие американские, японские, а мы будем покупать. Так, ну что у нас тут? Сейчас, ребятушки, раскапываемся. Тут что-то под корнями лежит. Сейчас проверим. Очень охота золотишко уже взять и реально мотать. Так, выкопали. Выкопали, да? Да, а ну-ка. Не, точно выкопали. Выкопали, ребятушки, смотрим. Ага, вот. Вот еще один. Гильза? Да, это гильза от, где-то называется, настрел. Здесь был бой. В общем, ребята, что я могу сказать? Будем включаться, я знаю, а что... Покажите, профессор, пожалуйста, эту гильзу поближе. Пожалуйста. Сейчас мы давайте сфокусируемся на ней. Ага, отлично. Я знаю, что вы не любите, когда мы показываем такие артефакты. Вы любите больше золота и сокровища, а некоторые, наоборот, говорят, показывайте все. Но мы не можем все показывать, это тысячи сигналов. Поэтому, ребятушки, закапываем яму и включаемся. Мы будем включаться, когда будут реально крутые, интересные артефакты, чтобы вам было интересно. И не забывайте, скоро будет донат, поэтому давайте, у кого есть лишние бабки, готовим их для неимоверной команды Викинг, которая на Новый год, 31 декабря 2016 года, специально для вас выехала в конце года на недельную экспедицию и снимает эти реальные, крутейшие артефакты, как мы их выкапываем. Давайте, яму закапываем, поперли дальше. Ну что, ребята, выкопали такую вот немецкую банку с-под тушенки, даже вам не показывали, это неинтересно. Ну, в общем, артефакты разные идут. Когда будет что-то такое мега-сенсационное, мы, конечно, провокационно вам покажем, чтобы вам было интересно дальше смотреть. Давайте, смотрите, не переключайтесь. Так, конечно, мы никогда не работаем просто так. Мы работаем всегда по четкому плану, который разрабатывает наш лидер, профессор Виклинг. Ну и, конечно же, помогает команда «Экстрасенс». Многие говорят, нет, это невозможно, вы так много всего находите. Да, ребята, мы так много всего находим, потому что мы очень много копаем. Потому что мы ищем, ищем и что-нибудь находим. Да, это понятное дело, что мы постоянно что-нибудь да и находим, ребятушки. Но если говорить серьезно, то артефакты, серьезные артефакты требуют, как вы видите, постоянной, серьезной вот такой вот работы. Профессор, смотрите, что это у нас тут? Такая огромная яма, это от снаряда или это окоп? Ну видишь, вход вон там был. Где, здесь? Вот вход был, да, узкий, получается это был ага. Какой-то, скорее всего, блиндаж. Немецкий. Почему немецкий? Ну, потому что мы с тобой находимся на немецких позициях. Угу. Ну, его, конечно, могли отбить и использовать потом и советские войска. Сейчас что-то было. Запищало. И пропало. Может, проверим здесь? Может что по войне какой-то? Да по войне просто, ты знаешь, по войне... Или будем двигаться строго по нашему плану? Я бы шел по нашему плану на те бугры, которые она нам рассказывала, которые необходимо исследовать. Потому что сейчас потратим время. А уже темнеет. Темнеет, да. На 31-е еще нам нужно, если, как мы вам и обещали, оставаться, будем костер здесь сейчас разводить. Это тоже время, 15-20 минут на это уйдет. Поэтому пока мы палатку тоже разобьем. Ну, в общем, надо понимать, что у нас с тобой еще часика два есть поработать. А потом, если есть артефакт. Слышно, да? Да, копать хороший его. Сигнальчик такой. Ну что, ребятушки, будем копать, искать его. Что-то должно быть очень интересное. Нет, не интересное. Что? Пробка. Да, бывает и такое, ребята. Ну что, забираем, выкидываем ее, поперли дальше. Да. Значит, что, ребятушки, мы посмотрели по квадрату, подходим к капищу, про который нам рассказывала, получается, наш экстрасенс. Так, ну, понятно, как это все. Что-то тут большое лежит. Наверное, мы уже к капищу подходим. Большое, но глубоко. На глубине сигнала уже в нас времени нет, там нужно метра полтора было копать. Значит, посмотрели по нашей карте. Подходим мы к этому капищу. Вижу прям много сигналов глубинных, наверное, много артефактов разных. Так, такое дерево, видите, скоро может завалиться, нужно аккуратно. Да, мы будем под ним проходить, ребятушки. Да, это поиск артефактов. А лучше мы его обойдем.
Это вам не простое дельце. Да, поэтому это опасности. Подходим к капищу, получается. Ого. Будет очень интересно. Сейчас пройдем под этим деревом. Профессор, не проходите, я вас прошу. Вы не рискуйте, вы нам нужны. Это очень, ребята, важно. Давайте пойдете возле капища. Можно ли не проверить? Здесь прям видите, какое-то, что-то деревце поломано. Вижу, но мне как помощнику можно обойти. Здесь как помощнику можно обойти. Это профессор у нас всегда с презрением смотрит в глаза опасности. Он хохочет ей в лицо. Поэтому он и одевает памперсы, чтобы с опасности смотреть с презрением в лицо. Так, ну что, ребятушки, подходим к папичке. Кстати, мы уже... Наша первая реклама будет, реклама памперса для взрослых. Вот, кстати, ребята. Так, сигнальчик есть. Ну что, наконец-то возле капища. Возле капища пошел сигнальчик, ребятушки. Давайте, не переключаемся, золото ждем. Ну. Уверенно мы движемся к нашей цели. Я думаю, что будет очень интересно, серьезно говорить, без шуток. Ну, как всегда, интересно. Будем сейчас смотреть, что тут. Что-то должно быть сенсационно. Идет сигнал. Угу. Так, сейчас буду выключать прибор, раскапываться более глубже. Фу, ребятушки, ну что? Артефактик интересненький лежит. Сигнал мощненький. Сигнал отлично идет, мощный. Немножко темнеет. Подустали. Много сегодня копали. А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Надо выкапывать находки для вас, ребятушки. Работаем для вас, наших любимых зрителей. Сейчас будем смотреть, что у нас тут есть. Выкопали, не выкопали. Так. Что-то большое. Что-то, ребятушки, большое идет. Получается, вот отсюда. Сундучок, вот может сюда, быть. Смотри, покажи, под корней идет. А, вот, смотри, есть. Один что артефакт это? Выкопали. Артефактик взяли. Угу. Это, знаешь, интересно, это гильза, но она не стреляная. Получается... Темно уже, да? Темнеет. Темнеет, видно хорошо. Смотри, получается, видишь, капсуль целый? Да. Видно, да? Да, отлично. А здесь пули нет. То есть она... Вот такая, ребята, классная находочка, не переключаемся. Так, такой... а ну, да, что-то есть еще? Или наш сундук с золотом тут есть? Ну, да? Еще настрел, видно, идет дальше. Угу. Видно, ребятушки, идет тут настрел, ну посмотрим, а может быть, и не настрел, а может быть... Сейчас проверим. Ребята, докапывайте всегда, сигнал идет, докапывайте. Даже если кажется, что нет. Под корнями просто. Под корнями что-то есть. Хорошо идет, ты знаешь. Лежит под корнями под этим. Под корни ушел. Сейчас я проверю, что у меня тут. Ножик брал сегодня. А, да, я, кстати, взял новый ножик сегодня. А ну-ка. Видно? На масть. Да, конечно, ты что? Конечно же, в масть. Так. Тактический нож. Так, ребята, ну что? Под корнями буду вычищать, не хочу рубать. Так, и второй тоже у меня есть ножичек. Вот обидно будет, если там нет сундука с золотом. Расчищаем, смотрим. Ничего нет, копаю дальше. Профессор, снимать или включиться потом? Как тебе? Да. А, не, капец, есть что есть. Что? Сейчас, золото. Где? Сейчас, подожди. Профессор, где? Я не вижу, честно. Вот. Браслет. Золото! Золото! Браслет золотой. Сейчас, давай, смотри. Глянь. Посмотри, золотой браслет. Посмотри, золотой браслет. Вот это наша находочка. Сейчас отключаюсь, подожди. Да, ребятушки, вот так вот бывает. Слушайте, вот это у вас супер интуиция. Золотое зрение, браслет. Я бы не заметил в корнях, честно. Золотой браслет это тебе не покрыл. Вот так, ребята, этот браслет был в этих корнях. Вы можете себе представить. Достаем. И вот это фартануло, ребятушки. Достать его профессионально. Слышь, это не браслет, лянь. Посмотри, я такой, знаешь, браслет. Я думал, что браслет на руку, видишь? Похоже, посмотри. На цепь. Цепь, вот это да. Лянь. Вот это да. Сейчас буду расчищать. Золото, капец, столько золота. Наконец-то, месяц, ребята, без золота. Можешь сверху снять? Так круче да, будет вообще. Вот так отсюда встать.
Можно показать. Можно верхнюю брать, эту пуховину оторвать его. Не, зачем? В корнях наоборот классно. Да. Вот это да, ребят. Рубанул немножко по нему. Видишь, тут когда... Ага. Испортил, разрубил цепь. Сейчас поставил, вроде нет. Ну просто вот здесь, видишь, когда выпил. Аккуратненько не... тяните, профессор. Слышишь? Ого, ого, там, не... там моточек, подожди. Ничего ж себе. Слушай, интересная находочка. Аккуратненько давай. Она замотанная. Ничего ж себе, глянь, сколько золота, капец. Реальная круть. Наконец-то, знаешь. Ты знаешь... Если аккуратно потянуть за нее. Ничего ж себе, глянь. Вот это да. Фу, капец, это фартануло. Она на ней идет, слышь, я так хотел ее вытащить, понял? Угу. Ничего ж себе. Сейчас расчищу еще. Не, ну, глянь, не, она туда уходит, ты видишь, глянь? Внутрь, в глубину. Внутрь уходит. Это что-то еще. Я слышал, был такой вариант, что цепь может вести к сундуку. И опять с камнями, смотри. Старые камни. Опять камни, как там мы с золотой цепью, со шлемом, помнишь, у нас были с тобой тоже. Веет какой-то мистикой. Фу, ребята, дышки, да, это первые жрицы, похоже, опять нам попались. Смотрим дальше. Так, работаем дальше. Не тер... Просто не... Ничего себе, глянь, вот, глянь. Еще что-то идет, посмотри, вот артефакт. Ребята, сверху. Посмотрите, сверху лежит. Покажи, еще что-то есть. Видно? Вижу, вижу. Вот, там рисунок идет. Слушай, это какое-то, это вообще, если честно, похоже на мистический какой-то. Глянь, корень. Я даже не знаю, что это. Сейчас, подожди, смотрите. Вот прям корень, видишь? Пророс с него. Пророс, все его обрезаю. Давай. Обрезал. А что это вообще? Не знаю. Не знаю, сейчас посмотрим. Ничего ж себе, глянь, посмотри. Ребята, можно охренеть, честно вам скажу. Глянь, посмотри. Сейчас я... Кореночка тоже держи сейчас. Нет. Доставать или как? Да, доставай, тяните. Профессор, тяните. Ничего ж себе. Вот это находочка, честно вам скажу. Ребята, такого не было еще у нас. Посмотри. Офигеть. Золото! 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 Ребятушки, это просто капец. Я не знаю, я такого еще не находил. Посмотри. Опачки. А ну давай я так сдалека покажу вообще, чтобы видели, какая цепь длинная. Тяжелая. Капец, посмотри, ну она реально... Тяжелая, я вижу, да. Полтора, наверное. Угу. На каком, офигеть. Мне кажется, на каком-то посохе висела, ты знаешь? Тут-то как посох, а здесь... Ну давай я так сейчас покажу, ага. Чтобы было видно. Вот так вот. Видно нормально? Сейчас, да, так, подожди, вообще. Вот так сейчас возьму, подожди. Вот так, чтобы было видно ее полностью, насколько она огромная просто. Вот так. Видно или так не очень? Лучше вместе так сделать, да, вот так вот натянуть. Ага, ага, в длину так. Вот так вот, да, да, вот да. Так, да, лучше? Да, вот так вот, вообще класс. Видно, да? Да, вообще реальная круть. Ребятушки, это просто... Она говорила, экстрасенс, что будет... Посмотри, это точно беленовская. Посмотри, рисунки это идут. Это очень старинная вещь. Видно, да, рисунки? Да, давай сбоку покажем вообще. Сейчас это... Там корни. Вытащить он не идет. Корнями заросло. А, нет, сюда вышел нормально. Вышел. А сбоку можно так боком показать нам? Сейчас вытряхну, подожди, грязь с этим. Угу. Смотри, получается, она на чем-то открепилась. Здесь идет изображение. Вот угу. Еще крутить? Да, еще, конечно. Тут изображение. Это какие-то символы. Это река, смотри. Это река идет. А это знаки какие-то, посмотри, какие интересные. И они отличаются. Посмотри, здесь три лопасти, вот видишь, на... Угу. Уважаемые зрители, вы видите, какие мы делаем сенсационные открытия прямо в прямом эфире. Ребята, я думаю, что... А смотри, это... здесь четыре лопасти. Я сейчас пальцем как показатель, я не знаю, снять перчатку, может. Видишь, здесь, смотрите, три. Видишь, раз, угу. Два, три. Лопасти. Здесь 4 лопасти на круге. Здесь тоже 4. Раз, два, три, 4. Я не знаю, что, но это очень старинная вещь. И видно, оставалось по золоту. Вот реки, это все было золотое. Потому что как-то держал ее, не знаю, это как ручка какая-то, я даже не знаю, вот так. Давай сейчас я на руку возьму, покажу. А почему золотая цепь внутри? Ну, у него, ну, у экстрасенса будем спрашивать, тяжело мне сказать, если честно. Вот, ну, это такая сенсация, ребята, попадается не каждый. Ребята, это неимоверная находка вообще сегодня. Мы весь 17-й год, снимаю козырёчек, так поднимаю, видите, вверх, видно? Да. Вот весь это, ребята, я снимаю козырек, показываю, что мы целый год работали. Все, теперь отдаю честь нашему экстрасенсу, который настаивал и говорил, что, ребята, вы найдете первые сокровища, первых королей и, самое главное, жреца Белиана.
черного жреца. По всей вероятности, мы сегодня нашли очередной артефакт этого черного колдуна-жреца. Поэтому, ну, мы будем, конечно же, заниматься, привлекать экспертов, разгадывать этот символ, который здесь идет, очень интересный, сенсационный. Это на самом деле лучшая сенсация, которая была обнаружена нами в 2016 уходящем году. Мы даже не верили, что такое возможно найти. Поэтому, ну что я могу вам сказать, ребятушки? Стоит ставить лайки. Тут, когда мы ее распутаем, тут на метра будет 3 золота. Ну, одним словом, это неимоверно круто, сенсационно. Самое главное, ставьте нам лайки. Не забывайте, здесь внизу, в желтом кружочке, залитом золотом, стоит наш знак W, викинги. Подписывайтесь, ставьте на него, лайкайте, лайкните на него и подпишитесь на наш канал. Еще стоит видео, смотрите, золото, рыцаря и другие видео сверху, внизу. Рекомендуйте друзьям, знакомым и всем остальным. Сегодня, ребята, Новый год. Поздравляю вас с наступающим годом петуха. Пусть будет этот год будет хорошим, в хорошем этом смысле этого слова. Пусть он вам принесет позитива, больше удачи, благополучия и, конечно же, неимоверных сокровищ нам вместе с вами находить в новом году. С вами делиться и, конечно же... Профессор, я предлагаю немножко прозвонить, может, что-то еще тут есть. Ты знаешь, после таких артефактов уже будем звонить давай сами. Может быть, что-то еще и есть, да. Ну пусть будет маленькая интрижка. Давай соберем хотя бы 20 миллионов лайков и посмотрим, покажем продолжение. Было там что-то еще или ничего там не было. Это честно, мне кажется. Смотрите, викинг, не переключайтесь с наступающим. Сейчас я выключусь.